В течение всех 14 дней созревания фолликула и путешествия яйцеклетки изменения происходят и в самой матке. Она тоже готовится к возможному оплодотворению. Наружный слой слизистой оболочки полости матки, эндометрий, начинает разрастаться, наполняется жидкостью и секретом специальных желез. Эта оболочка должна стать надежной периной для оплодотворенной яйцеклетки и развития зародыша. Если оплодотворение не происходит, количество гормонов резко уменьшается. Без гормональной поддержки эндометрий начинает отторгаться. Питающие его кровеносные сосуды разрываются. Кровь из полости матки попадает в шеечный канал, затем во влагалище и, наконец, вытекает наружу. Начинается менструация. Начиная с 13-14 лет, такие процессы происходят в организме девушки циклически, каждый месяц. Поэтому период с первого дня одной менструации до первого дня последующей менструации называют менструальным циклом. Его продолжительность может варьировать от 21 до 35 дней.